Что делает товар наиболее конкурентоспособным? Адекватное соотношение цены и качества. Участники премии «100 лучших товаров России» знают секрет успеха. Обязательно у нас проходит многоступенчатый контроль. Это и входного сырья, и ингредиентов, и оболочек. Соответственно, лаборатория производственная, через лабораторию производственную все проходит. И на дегустациях принимаем решение, и дальше у нас обязательный контроль через лабораторию Нижегородской ТЦМ. Контроль качества товаров проводит Центр стандартизации и метрологии. Нижегородскому филиалу в этом году исполняется 115 лет, поэтому награждение и совместили с празднованием крупной даты. Мы постоянно участвуем во всех конкурсах, участвуем во всех мероприятиях, которые проводит правительство Российской Федерации в области качества конкурентоспособности. Для аграриев, промышленников и производителей такая награда – огромное признание. Оно дает стремление к самосовершенствованию, ведь рынок сегодня полон товаров, и потребитель требует все более качественную и современную продукцию. Не снижать, а наоборот повышать качество продукции. То есть, во-первых, и люди стали у нас уже лучше разбираться во всех продуктах, те, которые в магазине продаются. То есть, ну и, как говорится, для себя, собственно говоря, развитие, оно нельзя стоять на месте никогда. Политика области и государства в целом создает все лучшие условия для развития хозяйства. Предприятия модернизируются и строятся новые объекты. Все это для одной цели – предоставить на суд потребителя еще более качественный товар. Только в качестве есть возможность и повышать динамику роста объемов промышленной продукции, конкурентоспособности. Но это все будет говорить о рейтинге нашей Нижегородской области. Потому что без качества мы просто не можем. Качество товаров – приоритетный вопрос для всех производителей Нижегородской области, поэтому у жителей не должно возникать сомнений, где создают лучшие услуги и товары.